родилась и живу, было сельхозтехника, поселок. Улица Павлика Морозова, дом 19. Когда мы были на собрании вот с главой этого города, он говорил, что якобы волонтерская помощь будет оказываться вот именно с ЛДПР. Пообещали много, она по факту, вот сейчас группа пишет, что ну, никому абсолютно не нужны. Федерация бокса Романа Зарыч Кремлев и Татьяна Анатольевна Кириенко, вот они все здесь, все поддерживают, помогают. Все большой дружной семьей, то есть со всей России приехали. Я когда они привезли мне, вот там чек, даже чек полежал на 3800, я так плакала и говорю, неужели ну, люди могли купить мне на такую сумму лекарств? Это вообще... Да вы что, ну не переживайте, вы мне прям на самом деле. Мы же для этого и приехали. Я была бы рада, если бы мне признали вот этот дом аварийный и дали мне какой-нибудь там сертификат, купил бы жилье, и... потому что там вообще невозможно. Татьяна Николаевна, вы теперь не одни. Спасибо так вам большое, я вам пожалуйста. Очень благодарна, девчата. Не переживайте, не плачьте, вот такое благородное дело делайте. Решите, вот, Александр, сюда напишите мне весь хорошо. Список, все, что вам нужно. Спасибо. А мы потом еще к вам приедем, вместе с вами съездим и дом посмотрим. Спасибо. Так что не переживайте. Правда, я всегда по жизни говорил, мир не без добрых людей. Это вот на самом деле вот так.